Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер. Вы находитесь на канале Чигеля. Вот это реакция на сериал 5.32. Дело номер 9. После смерти Думана. Прошлая серия была очень, вообще самый-самый печальный. Но многие из нас догадывались, в принципе, что рано или поздно это произойдет. Потому что, ну, в будущем, когда вот они едут там со следаком, нет ни слова вообще о Думане, и его нигде нету, как бы. И, соответственно, можно было предположить, что ну, его убьют. И я предположил еще тоже, ну, об этом говорил, когда Думан ему говорил, типа, а в следующий раз, типа, получится у тебя спасти меня и так далее, так как он выручал Шалкара. Ну, вы видели, наверное, в реакции. Короче, очень жаль, печально. Все, вообще все, мне кажется, привыкли к нему. Это такой добрый, светлый, позитивный, отзывчивый такой персонаж, хороший друг для Шалкара был. Ну и, конечно же, ему сейчас будет тяжело. Не знаю, может, его как-то, его ждет наказание за все это. Тут еще дела надо раскрывать, как бы. А он, ну, один следак. И раскрываемость у него хорошая была. Поэтому, не знаю, посмотрим, что произойдет. Близимся, я думаю, к финалу. Вот. Давайте посмотрим. И в конце поболтаем. Камера пишет. Пишет. Звук пишется. Пишется. Все. Я спокойно. Ну, хорош тебе курить уже, а. Я надеюсь, он не умрет еще пока. Я хочу, чтобы его поймали. Время быстро пролетело. Дочка в первый класс пошла. Приказали. Такая смышленная. Говорит, пап, я, говорит, тоже в полицию пойду работать. Жена настаивала, чтобы в 6 лет ее отдать в школу. Я говорю, зачем у ребенка детство отнимать? Ши, останови, пожалуйста. Знакомое место. Наверное.
А вы в курсе, что изначально не его хотели на роль брать? Изначально там был другой, типа... Ну там что-то не получилось. И в итоге с ним Что делаешь? Дай сюда, бля. Бля, ну что это такое? Бля, зачем ты? Иди спать, а. Иди спать. Чалкар, уже полгода прошло, может, хватит? А вот так вот не скажешь, да, что, ну, похож на человека, который может так сорваться. Ну, и... Бля, это что такое? Не одуматься как бы вовремя. Уже полгода, считай, прошло. Настолько от него это... огромная травма. Но все же это не оправдание, конечно. Надо свою жизнь как. По пьяни, может, как-то.
в аварию попал. Кто тебе про меня рассказал? Васек сказал, что есть такой художник, который лечит от головной боли. А, Васек. Васек свой парень. Да-да. Голова часто болит? Как только с иглы слез, башка каждый день раскалывается. Вот к тебе и пришел курнуть. Угу. Понятно. На, затянись. Я пиздец долбанул, а чё-то. Ну-ка, сядь сюда. А чё? Сюда сядь. Давай. Чё-то прибило меня. Сейчас избавить тебя от головной боли. Чё, голова не прошла? Вот сейчас пиздец хорошо. Кушать хочешь? Да. Что бы ты сейчас хотел съесть? Жареную картошку с мясом. Ай, как банально. Блин, еще один. Опять голова болит? Не, все нормально. Просто хотел чай попить.
ответил. Чё, вернулся в строй наконец-то? Чё? Как рука? Нормально. Лекарства пьешь? Да, все как прописали. Болит немножко, но ничего, справляюсь. Зарина, давай. Нормально. Это Лунзе Схарятович. Вы простите меня за этот случай. Я все осознал и готов вернуться к работе. Поезд ушел, Шалхар. Что сделано, то сделано. Никаких обид. Рахмет, конечно, что помог нам в этом сложном деле. Но я уже решение принял. Незаменимых не бывает. Ой, печально. Блин, ну от такого человека... Это же вообще ценная работа. Я к тому, что, ну, возможно, если бы не запухал, так и не потерял. Сука! 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 Маньяк, конечно, противный тоже в этой серии. Ну, прям вид. Да. Да, конечно, ну куда еще девать? Да в мусорку, в контейнеры. Не в пакете, а вот так прям все выкидывать. Да, конечно. Да, и ну, руки тоже в крови.
все, выкинул, пошел дальше спокойно. Классно закрыл ногу, конечно. Красота, где открытая. Это тоже жалко. Набирал. Да блять, чё, блять, чё? Ты где ходишь? Ты ж до Ринала должен был в больницу отвезти. Блядь, хочешь, заебал нахуй, блядь. Завтра отвезу, потерпит, нахуй. Тише разговаривай, он же живой человек. Блядь, ещё мне тихо разговаривай. Чё ты мне указываешь, нахуй, а? Чё, блядь? Потерпит, нахуй. И вообще, блядь, он мне должен рахмет сказать, нахуй. Если бы не я, блядь, он бы сдох, нахуй. Ух, блядь. Блять. Пиздец, характер показывает, нахуй. Хорошо, бля. Не хочешь, чтобы я дома был, блядь? Будем кайфовать, нахуй. Интересно. А да не выдохнул. Ну, там, короче, его ребята сапорки доставили. Он у себя там на районе дезерил. И ствола воздух шмалял. Соседи вызвали наряд. Наши пацаны приехали, все хотели ему по-доброму объяснить. А он летел и нос сломал. Блядь, совсем, что ли, охуел, блядь? Сука. О, бля, кумовка, сука. Рот закрой! Ты что, блядь, творишь? А? Я тебя полгода жду, блядь, чтобы ты вышел на службу. А ты себя как мал ведешь. Где ствол? Какой ствол? Эй, блядь, это тебе что, сутки что ли, блядь, а? Табельным оружием машешь, блядь, во все стороны. А если кого-нибудь зацепишь, нахуй, долбоёб? Эй, бля, руки убру. Выйди отсюда. Живо! Эй, щенок, ты охуел со мной так общаться, блядь? Я не на службе, мне вообще похуй, нахуй. Бля, басмортур, бля, отъебитесь, я заебал, нахуй! Эй, ты чё, сука? Ты чё, сука? А, сука? Ты чё, сука, блядь? А, сука? Бля, извините, нахуй. Ты ж, ну, дура, блин. Извиняки, честно. Извиняки, нахуй. Бля, братишка. Жақсылықты түсінбейді екенсің. Сен көтіңді жауып жүрсек. Ты же тоже должен понимать, что он не в адеквате. Пошел ты нахуй, блядь, чухар. Да и того, конечно, так расплылся. Бля, я же попросил прощения, нахуй. Котах постар, блядь. Котах постар, нахуй. Котах постар. Все.
Дома больше нельзя курить. Сестра. Хочешь? Давай танцевать. Пойдем, Джон. Хочешь? Джон. Что происходит, а? Ничего. Просто наслаждайся моментом. Ладно. Что такое? Что, серьезно, что ли? А? Не будем сильно радоваться. Это опять флешбэк, наверное, да? Столкнется ли он вот с этим? Художником. У него голова тут постоянно тоже. Давай падает. Еще по одной, а? Ну, может, пройдет. Ну? Сука, еще больше башка болит. Слушай, блядь. Барыга знакомый есть. Предлагал кое-что. Бесплатно. Говорит, дунешь, все пройдет. И, бля, это не по моей. А чё? Сука. А давай сходим, покурим, расслабимся, а? Прихи, реально пройдёт. Не, ну чё ты, бля, мучаешься тут, а? Ну поехали. Thank you.
Салам алейкум, брат. Ты не обессудь. В прошлый раз много лишнего наговорил. За отцом смотрю, все хорошо, не переживай. Ну, а по последним новостям, походу, отстрелялся и уже все. Чуть конца не отбусь. Из ментовки меня выгнали. Теперь придется что-то другое искать. Ну, самое главное, Васёк, я-то думал, ты один придешь. Братан, кенту плохо, башка болит. Ну, я думал, угостишь, ну, тебе не жалко же, а, братан? Не жалко. Рахмет, братан. Как раз проставлюсь перед отъездом. Уезжаешь, что ли? Да что-то в последнее время вдохновение пропадает. Надо ехать, искать его дальше. А ты что не ешь? Аппетита нет. Башка болит, сука. Да, зря, братан. Пиздец вкусно. На, затянись. Голова пройдет. Я надеюсь, прерывать эту сцену сейчас не буду, потому что я, все, я настроился. Курил и ушел. Походу, пиздец ставил. Да. Походу, пиздец его накрыло, да? Накрыло жестко, конечно, его. Все, братан. Все, все, давай, завязывай. Бля, пиздец.
это за дерево? Че, его тот алкаш спас или че? Да блин! А, подожди-ка. Поняли. Это он типа... Да, да. Че за ребенок? Туман! Мика, Асха! Туман! Не, а что с ними-то случилось? Дума! Мика, Асха, подождите меня! Дума! Мика, Асха! И руку ты себе отрубил.
Хорошая, классная серия, тяжелая и нужная. Так, начали мы с этого старика, и все, у него уже время на исходе. Мне кажется, он еще не умер, потому что, ну, камон, столько они едут. Надеюсь, доедут до него и накажут. Вот, дерево, остановились на дереве, непонятно было, что оно значило вообще для Шалкара. Узнали об этом только ближе к концовке. Классная история. Так, актер, вот, который играет молодого Шалкара, Абильмансур Сериков. Изначально, ну, как бы и до этого я говорил то, что он классный актер и классно играет. Но в этой серии он прям вообще... Выпишите ему Оскар. Очень хорош. И момент в воде, в озере, или что это. И на кладбище. На кладбище вообще очень сильный момент. Очень понравилось. Так, по поводу руки. Как оказалось, все-таки в этой серии он лишился руки, и непонятно было до последнего, как в итоге все произошло. В итоге же сам же виноват во всем. И работу потерял, сам виноват, и руку потерял, тоже сам виноват. В том плане то, что, ну, спивался так жестко спивался, что аж болела голова и вообще терял контроль. Я, конечно, не знаю, ну, на самом деле, так болит голова, когда бухаешь. Может быть. И, блин, это головная боль. И у бывшего наркомана, который тоже пришел к этому, к маньяку. Че это за, может, ну, фиг знает, короче. Как-то странно это все. У них головная боль. И тут как раз чувак, который лечит от головной боли. Не знаю, и печально то, что он тоже каннибал. И он, кстати, мне не понравилось, как он сказал. Ну вот, когда собирался рубить. Ай, как банально. Ай, как банально. Вот что-то вообще прям не понравилось мне это. Вот, ладно. Зарину рад, конечно, что он все-таки пришел в себя. И взял себя в руки. Потерял, конечно, работу. А, что хотел сказать. Мне не очень нравились здесь уже вот эти. Ну, мне не нравилось местами то, как поделена серия. Все разбросано, опять же, было. Почему-то до этого нормально смотрелось, здесь уже как-то, ну, я уже путался, типа, что вообще происходит, в каком мы времени и так далее. Вот, маньяк очень странный, вот если смотреть на то, как он выбрасывал части тела, ну, вообще неаккуратный, какой-то небеспаленный. И обмотал так в открытую все. Ну, хз, короче, ребят. Хз. Шалкар, кстати, будучи пьяным, не поднял руку на женщину. Я думал, блин, не дай бог ты сейчас, ну, поднимешь руку, это же вообще кошмар. Но нет, нет. Он как бы
чуть-чуть еще себя держит в руках. Но сцена, конечно, с его начальником. Это вот, ну, насколько нужно быть пьяным и таким бешеным стать. Возможно, конечно, такое бывает, не знаю. Мне кажется, все алкаши, которые бухают, прям каждый день они обоссаны и валяются у падика. Вот, новость, которую мне не хотелось слышать вообще никак, это то, что его жена беременна. Не хотелось, потому что фиг знает еще, куда она делась. Я надеюсь, что она просто ушла от него. Но какая причина тогда, что она ушла? Ведь он же все, не пьет уже, взял себя в руки. Это мы узнаем, конечно, в следующих сериях, но я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что ее убивать не будут. Это будет вообще, на, ну хотя, может, это заново его сломит, и он дальше начнет бухать. Ну, будет, вот опять же, это просто предположение, ребят. Не то, чтобы я там уже что-то смотрел и так знаю, нет, нет. Это не так. Просто предполагаю. Ну, ее же нету тоже, он же был один в этом доме. Момент на кладбище, конечно, вообще очень крутой. Классно отыграл. Это мне понравилось. Так. Ну, что, от головной боли пришли мы спастись к этому художнику, наркоману. Пишут мне, когда реакция уже. Она сохраняется, ребят, сорян. С косяком получилось. Так, в общем. Вот все-таки как круто то, что, ну, дали ему знак, ну, и жить. И это дерево, вот. Ну, вот я, кстати, не помню, что Думан с кем он? Он же, его же одного, он один умер. Что случилось? Что за сын там? Думан! Мика, Асхат! Думан! Странно. Ну, может, у него во сне в этом такие воспоминания. То есть, ну, так представлял. И, ну, уже когда он решил рубить эту цепь, стало понятно, что произойдет. Очень печально, очень печально. И, ну, я думаю, его отмазали за это. Я еще понять не мог, почему дело номер 9, если в основном мы смотрим то, как он бухает и так далее. И, ну, никто же дело не расследует. И не расследовал, ну, просто записали как дело, короче, номер 9. Классная серия, тяжелая, конечно, но классная. Красавчики, и все актеры красавчики, и сценарист, и композитор, вообще супер. Вот эти главные темы, которые играют, это очень круто. Получается, просто по накурке отрубил. Да, ребят, вот трава, это очень плохо. Накуритесь, и все, начнем все руки рубить. Так что завязывайте. Пока не поздно. Нет уж, там, мне кажется, не просто трава была. Мне кажется, тем, кто
тем, кому нравился этот Шалкар, ну, трезвый, увидев эту серию, там, такое какое-нибудь отвращение у них появится. Хотя очень круто, что, ну, актер и вот такого себя может показать. Сам расфигачит, короче, свою судьбу, свою жизнь. Читаю тут некоторые комментарии просто. Вот. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.